занимаемся выпечкой мелкоштучных изделий. Это круассаны, ковриги, кренделя, пончики. Мы начали свою деятельность в прошлом году в июле месяце. Поспособствовала этому программа САРТ. Мне был предоставлен грант в 14 тысяч евро. Общий бюджет проекта был порядка 24 700 евро. Так мы знаем, что каждый день у нас есть куда пойти, где позавтракать, где пообедать, где перекусить. Кофе вкусный у них. Мне пончики нравятся, потому что пончики только у нас тут, только в этой кафешке есть. Были отобраны 30 бенефициаров. Поддержка была оказана в сумме, финансовая поддержка, в сумме до 18 400 евро. На самом деле не надо бояться, не надо бояться участвовать в грантах. Как вы видите ваш бизнес, так и пишите, также делайте заявки. Сегодня не прошли, но завтра у вас точно будет шанс сделать свой бизнес.